bricks. Why you acting funny? Why you tryna join me? But you fly before me, homie. Choppers on me, as they said before me. Well, I got an army. I just tryna blow me, homie. Straight up, I'm a loner, but I'm feeling lonely. Hey. How much wood could we chuck breath to the hood? Oh, rock if it's ain't Johnny Wood. Your beats don't rock, your flows don't rock. I ain't gon' stop, I put him in the box. I just the like your hand and that stripper. Run the fucking block. I'm the realest, I'm in business. Cause I run business, yeah. I'm the realest, I'm the realest. Look at belongings, that ain't cheapest. Big killer, yeah. I'm the meanest, shit I'm doing. Not for the children, committed to Vegas. Way from Southside, warm capital. Stay high, we're since fire after I die. I'm the realest, I'm in business, cause I run business, yeah. I'm the realest. Авентадоре приехал в родной город, в Батайск, проезжаю свою школу. Сегодня будем весь день кататься по городу. На сопроводе будет еще Huracan Performante и 3R8. Блин, как же приятно вернуться в свой город и по этим родным дорогам покататься на этих зверях. Короче, друзья, вот такая вечеринка, вот такой кортеж, Батайск. Ну все, друзья, мы стартанули. Просто посмотрите, как эти две лампы катаются по Батайску. Я думаю, тут даже комментировать не нужно. Наслаждайтесь. Здорово. Идите, пацаны, в лог попасть. Встретил одноклассников. Когда-то мы в школу ездили на Бесправу в 9 классе. Бабуля так опоздала. А сколько вот эта машина стоит? Да? 30 миллионов. В 9 классе ездили там на BMW-5-ках. В 39-м кузове старых. А сейчас вот такие тачки. Вот, в нормальных тапках. Чисто, кстати, они очень удобные, да? Да. Вообще, самые удобные. Че, со спорта чисто? Уже, да. Короче, в чатах. Футбол. Уже в чатах спалили. Набираем. Уже все спалили. Здесь раз. Чисто один круг сделали. Нормально выглядит, да? Да, неплохо. Алькантара. Хлопай прям. Солочек отмечен? Нет. Смотри, сейчас капнул дождь, все грязное. Чуть на дубль не дал. Увидел машину, думаю, Кирилл, это ты? Да, щелкнулся. Щелканешь? Добраться. Нет, трогать не надо. Она пыльная. Давай. Что, погнали, да? Погнали, все, погнали. Going up, elevate, watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Короче, остановились на трассе, смотрите тут. Зрители собрались, все едут, все снимают. Там сейчас будем ДПСников проезжать. Давайте делать ставки. Они тормознут одного, тормознут двоих или не тормознут никого. Кайф на того, что не тормознут никого. 100. Че, они даже не смотрят сюда? Лол. Они не слышат нас просто.
закрой дверь, на себя тяни сильно и хлопни. Все, молодец. Офигеть. Почему ты вообще начинал? Со съемок. Я в ролик попаду? Ну, если хочешь, можешь попасть. Да. Значит, надо эмоции показывать по максимуму сейчас. У меня перчатки, если что, насквозь уже мокрые. За минут 20. Туда остановитесь. Он классно делает. Да. И пишет, что не отвечаешь. И скинь видос, я вам что-то еду. Скажи, катаешься на SVJ, а не просто так. Да. Все, кортеж собран. Ты вот он, кортеж. В принципе, неплохой кортеж. Офигеть. У нас R8 подрест, AMG GT, SVJ. R8 и Хураган Перформант. Теперь неплохо, да, все выглядит? Здорово. Здорово. Дима. Реально, за 7 желтых год. Реально? А вы знаете, что с ней было? Ну, да, ну, Сурик кричит у меня геометрия, вся херня, вообще целка. Скажи, выезжай через 2 часа, если будешь, что у нас? Только скажи видео, напиши перед выездом. Подожди, Сурику надо сказать. Перед выездом видео. Скажи, я готов. Ну, честно говоря, вот, ну, мэр с темой, да? Назад. Смотрите, какая у нас мощная съемочная группа. Настолько мощная, что может вот так. Кто не может повторить, ставьте лайк. Кто повторит, тому дам за рулем покататься. Я не смогу. В итоге сейчас шею кто-нибудь сломал. Короче, сейчас будет самый опасный дрифт за всю историю, наверное, всего Ютуба. Потому что, видите эту? Он говорит, на ней очень сложно дрифтить, стаба полностью как-то там не выключается. Он говорит, я не буду это делать, но если его отмечу, то будет. Что он сейчас будет рисковать 60 миллионами рублей. Прямое срочное включение. Хуракан будет разыгран уже на этой неделе, поэтому следи за моей инстой и телеграм-каналом, там я выложу заранее точную дату и время розыгрыша. Все будет, кстати, в прямом эфире. А также я там продолжаю публиковать ваучеры, то есть бесплатные деньги от меня к вам. Поэтому, если ты еще не подписан, то прямо сейчас заходи и по первой ссылке в описании подписывайся на телеграм-канал. Погнали! Положу, а там улетит. Куда? Вот между нот. Давай.
got me out here winning a life. Don't pay your hate and no mind. Just roll bad vibes, I ain't got no time for that. That paper, I'll be on my grind for that. You might see me in Dubai, but don't be so surprised, cause устроим гонку. Начнем с наших ног, с низкого старта. Отсюда разбегаемся, бежим за водительские, заводим тачки и стартуем. Кто первый пересечет эту линию, тот победил. А что тот, победил? Тот выиграл 100 тысяч рублей. Ладно, все. Смотри, такой я пошел. Не, я за. They ain't never seen nothing like this before. Little broom when I came through the front door. Ask me if I should suffer come, what for? Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lands and storm your shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. We up the chairs, switch gears. We keep the haters in the rear. Got the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. Ну чё, Сурик? Нажал, он вот и вот. Ладно, давай комментарии как победитель чисто. Да. Я самый первый быстрый. Кто, ты первый? Да, первый. Реально, ты второй? Да, я потом. 100 тысяч. Короче, я его завел, и у меня приборка долго разгоралась. То есть я не мог первую передачу включить. Сбербанк онлайн или нау? Пока авто едем, да? Да. Меня сейчас снимают с камеры самого лучшего разрешения в первый раз так близко. Что скажете по картинке, нормально или нет? А вот эта камера 500 тысяч рублей. Как по качеству? Сильно лучше моей или... Едем на двух ламбах и на двух R8-ых в МакАвто, закажем там хавчик вкусный обязательно. И потом будем наслаждаться приемом, потому что мы сегодня ничего не ели. Посмотрим, как отреагируют прохожие. Кстати, нужно будет снимать именно реакции прохожих обязательно. Ну и в принципе всех реакций прохожих. И в целом вид будет мощный. Будет очень мощный. Для Ростова это вообще пиздец как мощно. Все едут, щимят, прижимаются, снимают. У меня уже отметок там дохерища, я даже не вижу количества отметок в сторис. Но тут многие любят без номеров проездить. А сейчас мы приехали в МакАвто. Смотрите, каким составом. Просто. Очень мощно. Сейчас будем заказывать хавчик. Здрасте. А можно, пожалуйста, двойной чизбургер? Глиссе средний. И картофель по-деревенски. Спасибо. С трудом, да? Спасибо большое. Бля, вот это главное не разлить теперь. Только не газуй резко, но. Да, блядь, понятно. Давайте все сюда вот разложим, чтобы красиво было. С кайфом. Главное не пролить. Что говоришь? Люди охуевают, как в Дубае. Что, серьезно? На, будешь? Что за говно ты мне предлагаешь? Он ест только Big Tasty. Что ты говоришь, папа? А какой у тебя? Такую должен купить, да? Какой у тебя? Какой у тебя?
тебя был? Такой или вот как желтый, или как синий? У тебя три штуки есть такие, а потом... Ты не помнишь, да? Ламборджини черный на пульте в Германии привезли. Да, он уже забыл, их столько было. Поехали. Нету. Удаляем. А, покатай тебя. Со смены едешь, да? Не оштрафуешь нас, если прокатаем? Если прокатим, не оштрафуешь? Красава, поехали. Так причем он сходу, слышишь, когда я снимать начал, разрешение на видеосъемку имеется? Чаще тормози палкой. И денег побольше бери. Мы едем в сервис. Реально в сервис едем. Надо скол закатать на тачке. Дай пять. Причина остановки. Почему без номеров? Спроси лучше вот водитель. Машина дорогая. Потому что машина дорогая, поэтому без номеров. Блин, правильно говоришь. Все бы так говорили. Учитесь, вот, учитесь реально. Учитесь, как нужно отвечать. Все, запрыгиваем. Вот сюда можно встать. Вот. И переступай тоже вторую туда. Вот, садись. Пристегивайся. Как думаешь, положи сюда, чтобы он катался. Сколько, как думаешь, что стоит? Я думаю, 1 000 000. Ну, где-то 35 она стоит. На той лампе, да, а тут нет. На хуракане на руле. А вот слева и мама, смотри. Как она так летает? Вообще летает на своей BMW единичке, как Ламборгини. Они не могут за превышение скорости остановить, они могут остановить за нарушение. А превышение скорости фиксируют камеры, в курсе? Mm-hmm. Вот. То есть могут только штраф с камеры прислать. А за то, что они остановят, ничего не будет. Mm-hmm. Вот так вот. Ну все, все. Теперь вид хорош. Все, пассажиру понравилось, говорит. Да нет, что. Он ничего не видел, правда. Внизу сидел. Он говорит, это звуки других машин, да? А вот этот пассажир приехал уже постриженный, побрит. Утром он боялся сниматься. И тапки поменял. Че, как Kia Ceed GT? Нормально. Нормально? Валит? Зачем наклейки снял? Внимание много привлекает. Так прикольно же выглядело. Сейчас вообще как обычно стало. Обычно. Верхоман, дыши.